Сегодня мы систему безопасности меняем, в этом смысле укрепляем доверие власти, к полиции в целом и народа. В свое время, вы знаете, это широко освещало средства массовой информации, мы выступили с предложением, губернатор нас поддержал, создать систему безопасности, в том числе и такими пунктами безопасности. Это, по сути, мини-опорный пункт полиции, который в комплексе, вы сейчас видели, обеспечивает весь функционал работы двух и более сотрудников органов внутренних дел на постоянном режиме, круглосуточном в том числе. Светоотражающая составляющая, которую видно там в 500 метров прямой видимости. Это во многом упрощает работу постоянно действующих на территории областного центра, в том числе пеших нарядов. Самое главное, что они не закрыты от наших граждан. Что это не будка, как мы говорим, раньше установленная здесь в городе, да, так сказать, сваренная из куска металла. И там ни сотрудника не видно, ни сотруднику наших граждан не видно. Сегодня все здесь видно и сотруднику, и вам видно, что делается в этом помещении. Начальник управления, полковник Блохин, как меня слышите? Хорошо слышно. Все хорошо, проверка связи. Было несколько проектов, с рядом проектов субъектов мы не согласились, но потому что они уже чуть-чуть подустарели. Поэтому нам пришлось чуть-чуть модернизировать, с учетом еще и того, что мы все-таки сторонники, как сказал Сергей Александрович, сделать единый цикл, там, значит, чтобы они были выведены все на единый экран, и чтобы все происшествия отслеживались очень так оперативно и побыстрее.